Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен, и сегодня покажу растение настолько новое и редкое, что второй раз я его обнаружить в продаже не смог. Это все проделки азиатских селекционеров. Но тем не менее, в какой-то период времени я его содержал, осваивал и хочу теперь показать вам. Можно сказать, что это видео я делаю, забегая вперед. Потом, когда ясно станет, что такое мы крутили на сачке, кто-нибудь да скажет, а Аквамен уже это показывал. Ясно дело, что до вида это существо еще не определено, но то, что это эладея, это факт. По крайней мере, под таким названием оно пришло, и это название неоднократно упоминается. Эладея Specious. Да, вот так все просто и скудно. В чем заключается проблема? Проблема в том, что всему тому, что новое и еще неизведанное, дают приписку SP. Но в плане эладей эти приписки почему-то приписывают налево и направо, то есть широким листом SP, более пышное SP, это не как с роталами, к примеру, ротала мини-type 1, мини-type 2 и прочее. Но с другой стороны, если это временная какая-то морфа, эти всякие идентификаторы, они и ни к чему. Но с третьей стороны, она стабильно растет и отличается от стандартных эладей. То есть понятно, что ничего не понятно в плане обзывания, поэтому просто эладея SP. В чем прелесть и почему неопределенное до вида растение стало героем нашего видео? Ну смотрите, во-первых, вы видели когда-нибудь красные эладеи? Ну ладно, красные это я, конечно, сильно загнул, розоватые, бронзоватые, коричневатые. Нет, а эта эладея такой может быть. Плюсом ко всему, более жидко посаженные листья, удлиненное расстояние между узлами, это все характерно для нашей сегодняшней героини. В плане содержания это бронебойное растение. Оно может расти под слоем ряски на суперскудном свету, можно даже удобрений не наливать и не газовать, естественно. Но, несмотря на все эти прелести, на сушу она не вылезет. Никак, ни в коем разе. Высаживать лучше группами на задний план, потому что она может вырастать и 50, и 60 сантиметров, если не больше. Размножается делением стебля, растет супер быстро и максимально плотно забивает свободное пространство. То есть ее можно однозначно рекомендовать в качестве первого растения. Вот такая вот неизведанная эладея SP, которую днем с огнем не сыщешь. Если у вас в аквариуме наблюдается нечто подобное, обязательно отпишитесь в комментариях. Ну а с вами был Аквамен. Увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья!